Привет-привет! В этом видеоуроке делаем звездочку счастья оригами. Для звездочки счастья нам понадобится полоска бумаги. Она должна быть узкой и длинной. Если вы захотите взять за длину полоски длину листа А4, то есть примерно 30 сантиметров, ширина такой полоски должна быть 1 сантиметр. Но лучший вариант взять полоску длиной 50 сантиметров, а шириной 2 сантиметра. Такую полоску я уже подготовила. Как видите, для этого я склеила два листа формата А4 между собой. Начинаем складывать. На одной стороне полоски делаем небольшую петлю. Короткий конец продеваем через эту петлю и формируем вот такой узелочек. И очень аккуратно затягиваем его. Затягиваем как можно туже, но все-таки, чтобы не порвать полоску. В готовом виде такой узелок имеет форму пятиугольника. Дальше оставшийся короткий уголочек мы заворачиваем назад вдоль одной из сторон. Если такой краешек у вас чуть длиннее и выходит за пределы пятиугольника, можно отогнуть его вот в этот кармашек. Готово. Дальше длинный край мы загибаем вдоль одной из сторон. Он сам ляжет к нужной стороне, и вы поймете, какой именно нужно его загибать. Переворачиваем фигурку, перекидываем краешек и снова загибаем его вдоль одной из сторон пятиугольника. Переворачиваем и делаем то же самое. Снова переворачиваем и перекидываем. Таким образом мы оборачиваем пятиугольник в полоску бумаги. Очень важно подготовить ровную полоску, чтобы края ее не выглядывали из-за краев пятиугольника, или же чтобы не получалось кривых контуров.
Ну и чтобы сама звездочка получилась аккуратной и красивой. Теперь, когда у нас остается маленький кончик полоски, мы загибаем его, а дальше прячем вот в такой кармашек. Чтобы готовый пятиугольник превратился в звездочку, нужно совсем немного. Нажимаем на одну сторону пятиугольника, и у нас уже формируется два лучика. Нажимаем на следующую сторону. Дальше. Нажимаем точно так же. Прямо на глазах фигурка становится объемной и постепенно приобретает форму звезды. И последняя сторона. Вот такая красивая объемная звезда счастья у нас получилась. Пусть вам сопутствует удача и до новых встреч на Оригамире!